Проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Ты че, расист? Эльфы, говорит, проклятые. Спаси, пожалуйста, это такой взгляд. Был я как... Иди скорее в дом, малыш. Почему? Ребенок йогу практикует. А ну домой, живо. Да, папа. Тут пизды дам. Локер из Родикстеда. Нет, я не мятежник. Вы не имеете права. Стой! Кто еще хочет поспорить? Я. Никакой дракон нам не помешает. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериус. И да... Во имя Талоса Могучего заткнись и давай к делу. И... Найс. Надо уходить. Быстро. Бистро. Бистро. У кого-то месячные. У тебя? И смешно. Women. Блять. О, ты что забыл? Я уже сколько раз я там пугаюсь. Ой, куда? Прыгай. Вижу, я пошел. Да суки ты. Ты куда? Сдула. Она сдохла. Да и бог с ним. Постой, там медведица впереди, видишь? Вижу. Будет напасть какая. Попробуй проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь. Ты моя за... На том свете увидимся. Давай, пока. Прими свою участь, ведра. Ты мусор. Это что было? Что? Ты даже не заметил. Он тут стоял, а повернулся, он уже тут. Ты смотришь, хопа. Мы поняли. Оп. Еще поварёшку взять. Тун-тун-тун. Мой брат хочет с тобой поговорить. Так а я что делаю? Дайте поговорить. Там был дракон? Нет, там была твоя мамаша. Ты тут новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше не зли меня. Если выйду из себя, обратно не вернусь. Мало не покажется, точно тебе говорю. Вот, вот. По жопе не били, да? Ярко. Литка всех раскидала новым топором. Это просто поразительно. Там в шоке. Да мы поняли. Только посмотрите. Ты вообще дальше своей академии выходил в этой жизни или как? Комнатное это растение, блин. Ничего подобного. Мощный зараза. Ой, два дракона. Да? Да. Ни хрена. Или этот по этому прилетел. Два напали, чё? Ой-ой-ой-ой. Мы не выживем. Карманы дырявые. Тут у тебя уж дырявые. Что это? Да отстаньте, блин. Ну еще и вот такие сейчас убьем нахер вообще. Иди сюда. Ах ты лучник, какашка. Да вот ты сдаешься. Мы тебя сейчас затопчем вместе с лошадьми. Давай, лошадь, херачь его. Славянский зажим. Эй, волки. Ничего тут пати. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Видео снова вышло коротеньким, но на это были свои причины. Кто сидит в моем ТГ, все знает, там все новости проскакивают, так что подписывайтесь туда, ничего не пропустите. Но если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Скоро будут новые видео, уже на подходе следующий монтаж.
как обычно, не болейте, не скучайте. Пока-пока.